Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный салат советских времен оливье, который можно считать традиционным блюдом на Новый год. Как известно, вариантов приготовления салата оливье огромное множество, но я уже давно остановила свой выбор на этом простом и вкусном рецепте. Уверена, оливье с куриной грудкой понравится и вам. Готовьте с удовольствием и кушайте на здоровье. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Принцип приготовления салата оливье очень простой. Главное нарезать все ингредиенты небольшими кубиками примерно одинакового размера. Последовательность значения не имеет. Нарезаем вареную морковку. И отправляем ее в миску подходящего размера. Затем приступаем к измельчению куриного филе. Куриную грудку я предварительно отварила в подсоленной воде с лавровым листом и черным перцем горошком. С момента закипания куриное филе нужно варить 20 минут, а затем оставить его остывать в бульоне. В таком случае курица будет сочной и вкусной. Порезанное филе перекладываем в миску с морковкой и беремся за яйца. Как сварить яйца, чтобы они хорошо чистились, смотрите в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Отправляем измельченные яйца в общую миску. Сваренную в мундире картошку нарезаем такими же кубиками, как и остальные ингредиенты. Высыпаем в миску. Измельчаем зеленый лук. Можно взять репчатый, а кто не любит, и вовсе лук в салат можно не класть. Соленые огурцы также режем кубиками. Брать надо именно соленые огурцы, а не маринованные. Иначе вкус салата будет совсем не тот. Как солить огурцы, смотрите в подсказках или переходите по ссылке в описании под видео. Порезанные огурцы перекладываем в общую миску. Туда же отправляем консервированный зеленый горошек без маринада. Перемешиваем. Добавляем соль, перец, майонез и еще раз хорошо перемешиваем. Перекладываем оливье в салатник. Украшаем любой зеленью и подаем к столу. Вот и все. Вкусный домашний салат оливье готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.